Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили вечный покой осторожные зрители, молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Замесили грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так же скоро мы начнем голодать. Кто не додумался просто стать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени бесконечные пропасти к недоступной весне. Послал их на смерть не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их вечный покой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили вечный покой.